Всем привет! Меня зовут Анастасия, я продакт-менеджер в компании Perry. Сейчас мы с вами находимся в лаборатории завода по производству балки. Как вы знаете, балки бывают с цельной стенкой и со стенкой срощенной. Перед вами станок, на котором регулярно проводятся испытания балок Perry. И сейчас на этой машине мы с вами попробуем испытать балки с цельной стенкой и со срощенной. Мы положим наши балки на опоры и будем проверять их на изгиб. Решили испытание балки на изгибающий момент. Как вы видите, это балка со срощенной стенкой, здесь виден стык. И также заметно, что излом произошел не вместе стыка, а в другом месте. А теперь давайте с вами посмотрим, при каких же значениях сломалась балка. Так, здесь у нас показывает значение 52 кН. Давайте сравним эти показатели с испытанием балки с цельной стенкой. Мы завершили испытание балки с цельной стенкой. Смотрите, здесь у нее произошел излом. Нам показывает значение 60 кН. Конечно, испытанием рознь, и балки могут давать плюс-минус другие результаты, но, исходя из нашего опыта испытаний, из нашей экспертизы, у нас получаются более-менее одинаковые нагрузки, что для балки со срочной стенкой, что для балки с цельной стенкой. Также возьмем во внимание наши коэффициенты запаса. Знаем, что наша допустимая нагрузка, она в целом гораздо ниже, чем разрушающие нагрузки. Учитывая все эти факторы, мы можем ответственно заявить, что балка со срочной стенкой такая же надежная, как балка с цельной стенкой. Ну что ж, мы с вами завершили испытание наших балок, убедились в надежности балки со срочной стенкой. Я говорю вам всем пока, увидимся в новых роликах.